флаги в руки взяли, вперед! Поехали! Около десятка военных машин выстроились перед баскетбольным центром «Химки». Именно отсюда стартовала колонна ретро-автомобилей, которая проехала по городскому округу и поздравила ветеранов с великим праздником. Вам уже доводилось ездить по городу на таком транспортном средстве? Да, конечно, мы ежегодно проводим такие мероприятия. У нас есть мотоциклы, грузовые автомобили и джипы. С машиной сравнить сложно, так как это мотоцикл, да вдобавок еще с коляской. Все зависит от настройки и от водителя. Однако одним парадом техники не ограничились. Артисты, облаченные в военную форму, навестили каждого ветерана «Химок» и лично адресовали творческое послание. В любом случае люди должны почувствовать праздник, и наши жители, вспоминая те былые дни, праздничное настроение мы обязаны для них предоставить. Посетила колонна абсолютно все районы округа, включая самые дальние. Начали со старых «Химок». Юрий Парфенович, здравствуйте! С праздником вас, с Днем Победы, здоровья, мира! Любви и добра. Юрий Парфенович, выходите на балкон. Сейчас едут вас поздравлять. Только, пожалуйста, оденьтесь потеплее. Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Парфеньевич Двойкин в этом году принимал поздравления прямо с балкона. Под окнами его ждал творческий подарок и теплые слова. От всех жителей, от всего мира поздравляем. Дай Бог вам многих лет жизни. Низкий вам поклон. Сегодня артисты театра «Наш дом» исполнили для десятков ветеранов городского округа военные песни. В том числе, конечно, и знаменитую «Катюшу». И бойцу на дальней пограничье, от Катюши передай привет. Ксения Брагина, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.